Теперь домик для 35 малышей здесь. На улице Ермака в жилом многоквартирном доме открылся филиал 34-го детского сада под названием «Мамина радость». Здесь всего две группы, одна из которых ясельная. Ремонт закончили буквально накануне. В помещениях светло и чисто, новая мебель и игрушки. В этом году мы в общей сложности 735 мест запустим новых. И это все-таки цифра очень впечатляющая, потому что за предыдущие 3 года мы около 1200 всего мест запустили. Поэтому мы сегодня видим, что вот за эти 3 года в общей сложности 2000 мест, они все-таки ситуацию изменили. Помещение в доме не пришлось сильно переделывать. В 80-х годах прошлого века здесь были ясли при фабрике Дзержинского. Есть 2 спальни, медицинский кабинет, туалетные комнаты и, главная гордость руководства – собственный пищеблок. Еду можно готовить прямо здесь, а не перевозить ее из 34-го сада, не искать способ доставки, не упаковывать горячие завтраки и обеды в термосы. Сад получился не только маминой радостью, но и радостью муниципалитета. Ребята, полноправные участники образовательного процесса этого детского сада. То есть мы можем проводить занятия на территории площадки, которая находится здесь, на Ермака 40. Можем посещать дошкольное учреждение 34. Можем ходить туда на прогулки. А вот площадка перед домом, на которой по задумке могут гулять дети, для малышей совсем не приспособлена. В шаговой доступности частный сектор с опасно покосившимися заборами. Песочницу давно облюбовали кошки, лавочки – маргинальные элементы. До ближайшей детской площадки 34-го садика 6 минут пешком. Мария Смирнова, Алексей Гарин, РТВ Иваново.